Здравствуйте, друзья! Сегодня утром ушел из жизни известный поэт-песенник Герман Витке, который в прошлом сотрудничал с очень яркими представителями российского шоу-бизнеса. Это и Леонид Агутин, и Филипп Киркоров, и Анжелика Варум, и Лев Лещенко, и Лайма Вайкуле. Мэтр стал сотрудничать с отцом Анжелики, композитором Юрием Варумом. В соавторстве с ним он написал свой хит «Ля-ля Фа». Потом эта композиция стала визитной карточкой супруги Леонида Агутина. Для Анжелики он потом напишет еще немало успешных песен. Это и «Королева», и «Не жди меня». О трагедии сообщила бывшая жена поэта, певица Ирина Дюкова. Она не озвучила причину смерти в некрологе, но поблагодарила экс-супруга за все хорошее, что было между ними. А также за прекрасного сына Артема. Цитата. «Друзья, сегодня в 7:05 перестало биться сердце Геры, великого поэта, моего бывшего мужа и друга по жизни». Звезды уже выражают соболезнования близким Германа Юрьевича, которому в начале сентября должно было исполниться 54 года. «Гера – бунтарь, безумно любивший жизнь, светлая память», – написал Илья Зудин. Лев Лещенко со слезами на глазах сказал в комментариях журналистам, что они с Германом очень дружили, и смерть Витке – большая утрата для многих людей шоу-бизнеса. Певец также сообщил, что трагедия произошла из-за проблем Витке с сердцем. «Мы приносим соболезнования всем родным и близким поэта».